двигатель самый малый, скорость 5 метров. Есть. Самый малый. Третий отсек, доложите готовность. Третий отсек слушает. Дай нам еще 3 минуты. Даю. Странный корабль. Поищи-ка его в атласе Сомова. Вот и у Сомова его нет. Непонятно. Что там Лебедев? Сергей, вас ждут в третьем отсеке. Вы готовы? Выхожу. Учтите, корабль разрушен. Работаете в невесомости. Удачи. Коридор. Вы нас видите? Видимость удовлетворительная. Что за помехи? Пыль. Нам тоже мешает. Да, рабочие отсеки разрушены основательно. Дополнительный свет здесь бы не помешал. Даем. Время катастрофы не установили? Несколько месяцев, по крайней мере. Тут лаборатория была. Сергей, тебе как контактеру это что-нибудь напоминает? Пока аналогии не вижу. Безусловно. Кунсткамера какая-то. Да, больше всего похоже на лабораторию для клонирования. Почему ты так думаешь? Они идентичны. Черт возьми. Все одинаковы. Внимание. Ограничивается деталями. Не будешь смотреть сына? А он меня простит. Ни одной свободной минуты. Все мои кашалоты взбесились. А кроме того, с биологической точки зрения, это не представляет никакого интереса. Дед, ты консерватор. Она же оттуда. Мы имеем дело с порождением чуждого нам разума. Сам принцип поведения человеческих существ инвитро несет в себе некую тайную цель. Пока неизвестно ее предназначение, она остается источником опасности для человечества. Что ты предлагаешь? Мы изолируем это существо в нашем институте космической биоробототехники. Всесторонне исследуем его, прежде всего, мозг. Ну и когда мы все поймем, можно будет говорить о контактах. Я не согласен с Надеждой Ивановой. Контакт – понятие двустороннее. А я и не спорю, но ты забыл сейчас о нашей ответственности. Нет, не забыл. Но я не могу забыть и об ответственности перед ней.
Надежда, Сергей, не понимаю предмета вашего спора, но ведь совершенно очевидно, что это не робот, а человек. И притом очаровательная девушка. А? Что-то страшненькое. У этой бедняжки сила робота. Я прошу совет по контактам. Разрешите ей жить у меня в доме. А если она создана убивать? Любой контакт с внеземным разумом предусматривает долю риска. И когда-то на этот риск надо идти. У тебя в институте она будет совершенно изолирована. Это плохо. Пусть не только мы поймем ее, но и она поймет нас. У человека должен быть дом. Нужно доказать, что это человек. Пусть она станет человеком. Я повторяю, я прошу совет рассмотреть мое предложение. А как ты намерен осуществить биоконтроль у себя в доме? Не могла бы ты взять это на себя? Безусловно, но... Все свободны. Прошу остаться членом совета по контактам. Совсем забыл. Я ничего не забыл, мама. А ты совсем не изменилась. Все так же презираешь нежности. Иди сюда. Это твой дом, а это твои родственники. Здравствуйте. Она еще не привыкла, а мы смотрим на нее, как на бегемота, совершенно неприлично. Мама. Прекрасная незнакомка может укусить. Степа, как тебе не стыдно? Отец, она травы никогда не видала. Может быть. Иди. Иди сюда. И не бойся. Входи. Весь в отца. Такой же эгоист. Тебе не было больше года, ты вернулся. А я не верю, что ты вернулся. Потому что все твои мысли заняты этим существом, оно тебе важнее, чем я, да что тут я, оно тебе важнее, чем Степана, а у Степана... Ты не права, мама. Я очень стосковался по дому. И по тебе. По Степану. По Тане. По всем. Но у меня есть работа. Моя работа, понимаешь? Эту ракушку отец Явы привез. Эту раку она привезла я. Но ты меня перебил. О чем я говорила? О моей работе. Нет. Я говорила о Степане. Ты совершенно забыл, что у тебя есть сын. Ты привозишь ему дурацкие камни. Видишь его один раз в году. А у него переломный возраст. Он должен лететь в космос, а грубит преподавателем. Переломный возраст?
У меня уже давно позади. Ты просто не заметила, бабушка. Ну, ты слышал? Да-да-да. Она поживет здесь у Тани. К вечеру приедет техник и поставит на окно защитное поле. Ну вот, Сережа, ты превращаешь дом в полигон. Прости, но я должен предусмотреть некоторые элементарные вещи. Ты боишься ее? Она может испугаться. Она очень одинока. Если мы для нее не станем близкими, она может погибнуть. Ну что ж, Сережа, в результате ты ускачешь в очередную экспедицию, и мне придется все снова самой расхлебывать. Как тогда, когда ты привез этого хищника, ну вот этого, который все время, ну, чиха. Как его? Лигоцефал Сонька. А я лечила шрамы на руках Степана. Мама, так ты же врач. Более того, ты акушер. Ты всю жизнь имеешь дело с детьми. С человеческими. Вот и Надежда. Мир дому. Всем хорошего настроения. Здрасте, можно я прокачусь? Можно. Здравствуй, Сережа. Мария Павловна, здравствуйте. Читала вашу последнюю статью. Очень интересно. Спасибо, здравствуй. На тебя не жалуются? Стараюсь вас не подводить. Спасибо, мне это очень важно. Новое увлечение. Собираю автографы. Прошу. Ты не постоянно. Ты к нам по делу. Разумеется. Прошу. О, вот она где. Я бы на вашем месте не оставляла ее без присмотра. Где будете ее держать? Держать? Она будет жить в комнате Тани, пока Таня не прилетит домой. По лестнице направо. А что ты там не видела? Марья Павловна, в совете по контактам поручили мне обеспечить биоконтроль над этим существом. Поверьте, меня влечет не просто любопытство. Сергей. Надежда права. Мы так решили на совете. Ты не обижайся на мать. Она ждала меня, а тут эта девочка. Потом я. Неужели так трудно простить, что было 20 лет назад? Та стенка новая. Как ты догадалась? А я все помню. Армированный бетон? Нет. Теперь пласталь. Придется убрать. То есть, как убрать? Это помешает биоконтролю. Сережа, придется убрать. Хорошо. Сергей, я протестую. Мама, ты же сама ученый. Нет, сейчас я не ученый. Сейчас я хранительница этого дома. Мы в полчаса заменим ее на другую. Ты даже не заметишь. А дело не во времени, дело даже не в стенке. Дело в том, Надежда, что ты никогда не имела детей. Ну, это при чем? Жестоко укорять меня этим, тем более вам. Моя жизненная функция не связана с материнством, не так ли? Сережа, через полчаса привезут новую стенку. Хорошо. Ах, так. Значит, в этом доме со мной уже не считаются. Ну, тогда я ухожу. Глаша! Мама, в саду сыра. Я на тебя обижена. Ну, как у вас? Все в порядке? У нас, да. Спасибо. Здравствуй. Здравствуй. Прости, не встретил тебя. Знаю, у тебя врал. Трое суток не вылезаю из-под воды. Скоро жабры отрастут. Похудел ты, похудел. Ты тоже. Я слышал, девочка будет жить в нашем доме. Ага. Ну что ж, тебе виднее. Опа. Спасибо. Какой счет? Глажка беспощадна. Как всегда. Thank you.
Надежда, где она? Она в вашей барахолке в скафандре. Надя, почему же ты раньше не сказала? Это нарушило бы чистоту эксперимента. Ты чего? Посуду бьешь? Выходи на суд. Слушай, ты человек или кто? Ну что же это вы, ребята? Завтрак пора, а я в клинику спешу. Она телепортирует. Сама ее лови. Ну, что же ее ловить-то? Она же не бабочка. Ну, иди. Иди, иди. Умница. А? Нет. Нет, это не моя планета. Нет. Не могу вспомнить. Не могу рассказать. Ты все можешь. Ты все вспомнишь. Как странно. Как будто специально отключена вся память. Я помню отца. Я помню сестер и братьев. Черненький хвостик, ну ты просто молодец. Ласточка, ласточка. Ну, какие новости? Чему сегодня научились? Многому. У нее великолепная реакция. Ну, а как у тебя? Дела в институте, космонавт. Отлично. Если не считать мелких неприятностей в барокамере. Тебе звонила какая-то Селена. Прилетела к нам на практику. Требует встречи. Кто она? Бабушка. Увлечение молодости. У нее родители на Луне работают, ну и назвали. Жаль, что твоя молодость миновала. И не говори! Вы лучше посмотрите, какой я арбуз принес. А? Первый в этом году. Арбуз? А что такое увлечение молодости? У нее действительно великолепная реакция. Держи! Оп! Ну, зачем ты ее испугал? Ну, ты что? Первый арбуз в этом году. Ладно. Арбуз не жалко. Ты повторить можешь? Останови! Степан! Ну что ж меня остановило? Ай. Зачем? Затем, что я тебя просил. Прости. Я тебя расстроила. Боюсь, что по заказу она такие трюки делать не может. Господи, тебе же к Надежде пора. Собирайся. Я к ней не поеду. Она смотрит в меня. Она хочет понять тебя, Ния. Ну, насорили. Ну, насорили. Thank you.
Кто это? Оленина. Мама. Мама. Зачем? Это ты спроси у бабушки. Она все знает. Вся наша жизнь – эксперимент. Пошли. Я не хочу, чтобы и ты шел туда. Да что ты? Я здесь вырос. Это моя стихия. Воде жить нельзя. Попробуй. Ну попробуй. Тебе кажется, что вода опасна. Просто Степана не видела? Он там. Я Селена. А ты бесспорно найденыш. Нет. Правильно, красивое имя. Степка! Степан! Вылезай! Что так смотришь? Нравлюсь? Я многим нравлюсь. Плавать умеешь? Нет? Научу. Нет. Боишься? Ну и зря. В жизни бесспорно нужно все испытать. Я по натуре испытатель. На Луне была. В батискафе спускалась. Что такое увлечение молодости? О, даже так. А ты почему об этом спрашиваешь? Степан сказал, ты его увлечение молодости. Глупости. Я даже внимания на него не обращала. Это он тебе так сказал? Он при мне так сказал. Бесспорный глупец. А ты почему парик не носишь? Так слишком примитивно. Сережа, ты не занят? У тебя ко мне дело? Да, включи экран. Я обнаружила кое-что новое, не могу не поделиться с тобой. Укладывается в твою концепцию? Взгляни сюда. Здесь область управления. Поясни. Тот, кто создал Нию, хотел, чтобы она была послушным автоматом. При воздействии на эту область она теряет контроль над собой. Ты в этом уверена? Да. Я очень люблю воду, воздух, музыку и красивых людей. Особенно обожаю детей. А ты любишь детей? А, или ты их не знаешь? Я знаю. Откуда? Ты же искусственная. У меня были сестры и братья. В пробирках? Твоя неполноценность бесспорно оправдана. Я знаю твою историю. Если хочешь, я могу тебе во многом помочь. Здравствуй, Селена. Смотри, сейчас я ее одену. Ну,
Не смей больше этого делать. Я работаю, Сережа. Я сейчас к тебе прилечу. Я буду рада тебя видеть. Что с тобой? Не знаю. Ты обо мне скучал? Mm-hmm. Да, конечно. Ты бесспорно влюблен. Чепуха. Просто она живет у нас в доме. Я за нее отвечаю. Не, пошли. Пошли. Из тебя бы получилась хорошая нянька. Но ребенок бесспорно великовозрастный. Отстань от нее, Селена. А я к ней не пристаю. Но держать ее в доме бесспорная патология. Я бы ее к детям близко не подпускала. А вдруг она их ест? Селена. Я тебя обидела? Не обращай внимания. Пошли. Я хочу, чтобы ее не было. Ты что? Остановись. Ты не имеешь права поднимать руку на человека. Опять? Это должно быть первым твоим законом. Я больше не могу. У каждого из вас есть центр послушания. Я всегда могу удержать вас от ошибок, предупредить о беде. В этом величайшее ваше благо. Но, как всякое благо, оно может обернуться во зло. Вот этого боюсь я. Над человеком, и ты с наслаждением ею воспользовалась. Прости, Сережа. Не вертись. Ты мне мешаешь. Теперь я для вас робот. Мною можно управлять, значит, я робот. Чепуха. Ну, кто будет тобой управлять? Надежда. Нет. Или другие? Нет, на Земле запрещены опыты с мозгом человека. Но не с мозгом робота. Подними руку, зажми в кулак, разожми. Молодец. Опусти. Спасибо. И его, и меня можно исправлять, улучшать. Нет, ты во всем человек. А если ты захочешь, тебе всегда можно будет убрать этот центр. Этот центр так связан с другими, что я без него не смогу жить. Отключусь, как сломанная машина. Все мы по-своему машины. Мне, отец... тоже может приказать. Ты говоришь о другом. У тебя могло бы быть увлечение роботом? Конкретно тобой? У меня к тебе братские чувства. Господи! Ну в кого ты такой фигляр, Степан? Я не фигляр. А ты не, ничем не хуже других. У каждого свои недостатки. У одного ноги нет, у другого... чувство юмора, а у тебя центр послушания развит.
из тебя бы вышла изумительная жена. Цены тебе не будет. Степан. У каждого свои недостатки. Бабушка. Совсем не спал. Я обязательно завалю. И тогда можешь радоваться. Космоса мне не видать, как своих ушей. Космогония. Космонавигация. Доброе утро. Это кто же у нас такой? Это я. Нашла время маскарад устраивать. У меня последний экзамен, а ты? Глафира, ты скоро? Я на экзамен опаздываю. Завтрак готов. Сегодня обедать не приеду. Готовим коллегу Пруля домой, наконец-то. Я не дождусь того светлого момента, когда он улетит. А что, он там большой ученый у себя на океане? По-своему, по-своему. Он своеобразный ученый, но ворчлив. Там совсем другие условия на планете еще? Океан. Угу. Бегу. Пошел. Ага. Что? Слушай, да. У тебя сегодня последний экзамен? Ага. Ну, я пошел. Можно подумать, что вас всех плетьми разгоняют по вселенной. Не зря сняла парик, очень тебе шел. Ага. Татьяну полтора года не видела. Сергей умчался на Плутон. Видите ли, нашли каких-то странников. Степ, все, перестань. Ты, Степа, сдашь экзамены и улетишь к черту на куличке на практику. Угу. Обязательно. Деда совершенно не вижу. Все время сидит в воде. А ты хоть и будущий медик. Я останусь на земле. Да-да, останешься. Она ненадежный союзник. Если сейчас раздастся телефонный звонок и скажут... Не, твоя планета нашлась? Вас, Мария Павловна. Я слушаю. Повторите диагноз. Поняла. Поняла. На плато Южный Крест в экспедиции патологические роды. Надо лететь. Так, ясно. Своих, что ли? Акушеров нету. Ты должна гордиться, что бабушку просят о помощи. Горжусь, горжусь. Ней, хочешь со мной? Очень. По-моему, все в доме забыли, что я завтра улетаю с Земли. А ты сдашь экзамен, подождешь нас, а мы с ней вечером вернемся домой. Устали? Нет. Все сделала бабушка. Она совершила чудо. Это ее работа. А что вы здесь ищете? Древний город. Тот, что был прежде. Зачем? Здесь жили наши предки. Если бы не они, то не было бы и нас. Но они давно умерли, ничего не осталось, одни камни. Камни тоже говорят. Мы должны спасти память о тех, кто умер. Зачем спасать мертвых? Все связано воедино. Этот камень мы раскопали в прошлом году. Тут стихи. Поэт жил тысячи лет тому назад, а его мучили те же мысли, что и нас с вами.
На земле мы не навсегда, лишь на время. Даже нефрит дробится, даже перья кетцаля рвутся. На земле мы не навсегда, лишь на время. Лишь на время. А вот там был жертвенный колодец. И туда бросали людей? Да, юношей и девушек. Когда его исследовали, нашли много женских украшений. Идемте посмотрим. Это был очень жестокий мир. Судьба человека была в нем определена с самого рождения. Всесильные жрецы приносили в жертву людей, чтобы задобрить богов. Здесь очень глубоко. Простите, я вас покину на минутку. Вы последняя надежда Десы. Если вы не выполните вашего предначертания, наш мир обречен на смерть. Чувство долга. Чувство верности вашей цели. Вот наш удел. Забудьте о радости, забудьте о себе, как это сделал я. Я жертвую вами для Десы. Я люблю вас. Но вынужден лишить вас права на обычное счастье. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, проходите, садитесь. Добрый вечер. Завтра, по завершении переговоров... Это мои друзья. Познакомьтесь. Землю. Сегодня миссия посетила крымские курорты и Институт биологии моря. Слово представителю планеты Десса. Мы прилетели сюда, воспользовавшись помощью галактического разведпатруля. Основная цель нашего визита от имени гибнущей нашей планеты... Обращение за опытом спасения планет к вам. Кто они? Какая-то миссия. Что планета Десса. Почему они здесь? Вас что-то обеспокоило? Звонок. Мне нужно немедленно быть дома. Но профессор Лебедева спит. Она очень устала. Тогда пусть спит. Отправьте меня одну. Влетающих рейсом 13 Сигма Кью по маршруту Земля-Луна-Юнона. Регистрация производится у секции номер 6. Внимание! Прибытие туристического рейса 245 «Турист» с Марса задерживается... Ну как у тебя? Очень опоздал, будут неприятности. Где твои вещи, курсант? Все свое ношу с собой. Ну бери это свое и на Астру. Запомнил? Астра. Мы только на звездах, но через терни. Вот так-то. Бармалей! Ну что там, неприятность? Да нет, бабушка, все в порядке. Меня перевели на другой корабль. Бармалей! Ты куда это везешь? А ну-ка быстро, грузовым воротам. Это не груз, а пассажир. Я почетный пассажир, и если я отличаюсь от вас числом конечностей, это не основание меня презирать. Я подтверждаю, прошу осторожней. Академик Пруль был в научной командировке на Земле. Это мой коллега. Поздно, оскорбление нанесено. Не обижайтесь, академик Пруль. Штурман Колотун исправит ошибку. Штурман, пожалуйста, следите за ним. Профессор Климов прекрасно все знает. Он предупрежден. Дорогой коллега, желаю вам счастливого пути. Все космограммы на вашу прекрасную планету Океан отправлены. Ваши соотечественники с нетерпением ждут вашего возвращения. Я побежал. Ясно. Курсант! Я! Следуй за ним. Есть! Внимание! Пассажира Колин Гитам, прибывшего рейсом 62... Вы давно служите на этом корабле? 16 лет, курсант. Это разведка? Да. В прошлом. А теперь? Астра-осинизатор. Пассажир, забывший контрабас корабля «Энергия». Осинизатор. Вас, Юпитера, вас просят обратиться на склад забытых вещей. Внимание. Ты чем-то смущен, курсант? Я думал, вы из дальней разведки. А, понимаю. Ты разочарован. Не расстраивайся. Мы ангелы космоса. В следующий раз не будешь опаздывать на свой корабль. Пилоты полетели. Учебных кораблей, лунной флотилии. Вас ожидает аэробус центрального входа. И специальным рейсом по маршруту Земля-Океан-Десса. Пассажиров просят пройти на посадку. Выход номер 7.
ты к старту готов. Спасибо. Курсант Лебедев, прохождение практики, начнете с заботы. Будете ухаживать за профессорским коллегой Прулем, пока коллегу Пруля мы не доставим домой. Где я буду жить? Тут. Койка там. Так, что я должен делать? Кормить, убирать, ночью вставать. В общем, коллега Пруль подскажет. Прежде всего, включите обогрев. Ох уж эта современная молодежь. Забывает, что забота обо мне облагораживает. Я уже простудился. Простите, здесь медотсек... Степан, ты что здесь делаешь? Здрасте. Я прохожу здесь практику. С ума сойти. Виктор, и этого юношу я качала на руках. Курсант Лебедев. Виктор Климов, очень приятно. Как дома? Я так давно у вас не была. Все в порядке. Не, тоже здорово. Да, зачем тебе медотсек? Мне поручили заботиться об осьминоге. А, коллега Пруль. Он простудился. Что делать? Хорошо. Но какие-нибудь симптомы? Какие симптомы? Я не знаю, как ему температуру даже смерить. Эдик, проверьте 32-й блок. Есть. Я буду во втором отсеке. Ну, насморка нет. Оснований для беспокойства нет. Все в допустимых пределах. Это у вас нет. Это вы допускаете пределы. Прошу еще раз осмотреть меня после отлета. Мы это непременно сделаем. Степан, выйдите со мной. Что? Вы что-то скрываете от меня. Не скрывайте. Лучше самые тяжелые правды, чем неизвестность. Клянусь, ваше здоровье в норме. Чем больше вы будете суетиться, тем больше он будет от вас требовать. Но он в самом деле здоров? Абсолютно. Но будьте всегда с ним вежливы и терпеливы. Он наш гость, и он одинок. Вы имели дело с инопланетянами? Приходилось. Ну и отлично. Вас Пруль вызывает. Уберите. Уберите хищника, он меня съест. Ты как сюда попал? А ну вон отсюда! Я требую официальных извинений за нападение на лицо моего рода. Василий не ест разумных. Впрочем, вы правы. Ответственный за беспорядок курсант Лебедев будет наказан. Почему дверь не закрыл? Да она была закрыта. И потом, откуда я знаю, что у вас на звездолете водятся коты? Курсант Лебедев! Во-первых, это не кот. Это член экипажа Василий. А ты стрелочник. Василий! Вася! Внимание! Всем приготовиться к старту. Занять стартовое кресло. Даю отсчет времени. 100 момент старта. Степан, задраивай меня. Герметичный, Степан, герметичный. Прошли внешние маяки. Все нормально. Дай пеленг на Ганимед. Принял. А как там комета Спири? Мы ей хвост не подрежем? Что-нибудь серьезное? А то у нас метеоритная защита барахлит. Да нет, ничего серьезного. Ну, счастливого пути. Спасибо.
Внимание! Пассажирам и членам экипажа. Космический корабль «Астра» вышел за пределы Солнечной системы. Перегрузки окончены. Можно покинуть стартовые кресла. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ния. Очень приятно. Эдик. Эдик. Я тайком пробралась на ваш корабль. Здравствуйте. Я догадался об этом. Только не представляю, как удалось вам это сделать, и не знаю, зачем. Мне нужно попасть на Одессу. Странное желание. Но почему вы это сделали тайком? Я об этом узнала перед самым отлетом корабля. Так что же случилось перед самым отлетом корабля? Я узнала, что я с Одессы. Вам может все рассказать обо мне профессор Иванова. Интересно. Профессор Иванова, поднимитесь, пожалуйста, в командный отсек. Меня нашли в космосе год назад в разрушенном звездолете. Здравствуйте, Надежда. Слушай, Олег. Не я. Вы знакомы? Так. В жизни бывают и такие совпадения. Ты знаешь, что Степан здесь? Знаю. Это наш новый курсант? Это ее брат. Так это он вам помог проникнуть на корабль? Вызвать? Нет. Он ничего не знает. Тогда почему ты здесь? Я родилась на Одессе. Что с ней? Ты вспомнила? Нет, я узнала об этом случайно. Увидела посланников. Что они тебе сказали? Ничего. Ты им открылась? Нет. Ты можешь стать игрушкой в руках злых сил. Почему? Потому что я искусственный человек. Ни она, ни я не знаем, для чего меня сделали. Я постараюсь не быть угрозой для вас. Ты не можешь отвечать за себя. Может быть, вы правы. Спустись ко мне в каюту. Я ничего не понял. Хватит. В бурю я люблю опускаться в глубины океана и там думать. Не жалей. Не жалей. Лунными ночами я люблю подниматься к поверхности океана, глядеть на звезды и размышлять о множестве обитаемых миров. Дай попробовать. Еще. Вкусно. Как мыслитель, я обогнал время. Не открывать, там хищник. Коты не стучат. Я же предупреждал. Смотрите, он украл жвачку. Почему? Одесса, моя планета. Что-то должно случиться. Впереди по курсу неизвестное космическое тело.
Это корабль. Передайте наш опознавательный и запросите ответ. Молчат. Может, сколок станции? Корабль. Почему же они молчат? Поищите его в атласе Сомова. Нашел. Найден и осмотрен 2 апреля 2221-го звездолетом Пушкин. Погиб в результате взрыва. Порт приписки неизвестен. С борта снято одно живое, искусственно выведенное гуманоидное существо. Данные обрабатывают. Год назад Пушкин. Профессор Иванова, не я, представитель планеты Десса. Простите, но я вынужден прервать ваш сон. Прошу подняться в командный отсек. Вам знаком этот корабль? Да. Ваше присутствие необходимо. Извините, что я вас потревожил. Вам не знаком этот корабль? Это Гайя. Последний аппарат, ушедший с нашей планеты. Судьба догнала Глана. Кто такой Глан? Глан мой отец. Мне необходимо туда попасть. Корабль мертв. И в этом нет никакого смысла. Во всем есть смысл. Она телепортировала. Она на корабле. Степан, остановись. Если она на корабле, она погибла. Там вакуум. Что будем делать? Выпусти его. Нет, ты проснулась. Как ты себя чувствуешь? Жаль, что мы не нашли с тобой общего языка на Земле. Слабость.
Неудивительно. За те минуты в вакууме твой организм буквально сожрал все свои запасы. Вот, посетители пошли. Я пойду к себе? Нет. Лучше тебе побыть еще день здесь. Будете разбирать по винтикам? Будем. Нет. Не понял? Нет. А. Пока ты спала, несколько раз приходил посол Ракан. Он хочет поговорить с тобой. Да, нам надо поговорить. Так что случилось с кораблем? В тот момент я была в скафандре. Решили, наконец, исправить вторую внешнюю антенну. Я не успела выйти. Был удар. Я не все помню. А про жизнь на Десе? Корабль столкнулся с чем-то? На корабле был взрыв. Это удалось установить по образцам еще прошлый раз. А причина взрыва? Пока не знаем. Вчера мы взяли образцы дополнительные и сможем точно установить причину. У профессора Глана были враги? Да. Поэтому он и оказался на корабле. А эти враги не могут помешать и нашей работе? У нас есть люди, которые полагают, что нельзя изменить нашу жизнь, потому что можно потерять то, что осталось. У нас ничего не осталось. Мой отец хотел перемен. Но он не верил, что это под силу жителям Десы. И поэтому он создал вас. Многие были недовольны опытами Глана. Люди боялись. Институт был закрыт, Глан бежал. Куда же он летел? Он ждал сигнала вернуться, когда к власти придут его друзья. Они пришли, но... Вы тоже против очищения планеты? Нет. Но я опасаюсь мести тех, кто потеряет из-за этого силу и богатство. И гнева тех, кто лишится пищи, пускай искусственной. Люди предпочитают стабильность и боятся нового. Мы утомили вас. Простите. Внимание! Всем отсекам. Астра меняет курс. Астра меняет курс. Планета Селеста находится на грани катастрофы. Наш Астра к ней ближе других кораблей. Насколько задерживается наш рейс? Это будет известно с минуты на минуту. Мы постоянно находимся на связи. Астра летит спасти нашу планету. Любое промедление гибельно для нас. Я ведь тоже спешу, но молчу. Эдик, включите последнюю космограмму. В складах ядерных отходов возникла цепная реакция. Просим помощи. Просим там помощи. В течение столетий ядерные отходы складывались помощи. В глубоких шахтах. Но вы не можете чистить еще и шахты! Мы сделаем все, что в наших силах. Я не мог пройти мимо. Это не только моя работа, но и мой долг. Планета Селеста в пределах видимости, капитан. Связи нет. Молчат. Астра, Астра, ответьте центральной. Астра слышит. Ямато, мы не успели. Я знаю, Олег. Там были Катя и Андрей. Мы высылаем спасателей. Вряд ли кто-то остался жив, но все может быть. Прошу тебя продежурить в секторе. Я постараюсь тебя недолго задержать. Ясно. Я жду. Непостижимо. Ужасно. Я понимаю вас. К сожалению, порядок в мире недостижим. Заштопаешь одну дыру, рядом образуется новая.
Завтра что-то лопнет у вас. И вы предлагаете опустить руки и ждать? Может быть, естественный ход событий разумнее? Покориться природе... Тогда бы мы перестали быть людьми. Ну, вы терпите и поражение. Это неизбежно. Наш мир, галактика, космос — это арена борьбы. Без нее нет движения. Если бы не терпели поражение, мы не могли бы собраться с силами, научиться в следующий раз побеждать. А где же предел, цель? Торжество разума. Торжество космического человечества над силами зла. Это все красивые слова, за которыми стоит корыстная цель переделать мир по вашему образу и подобию. Не сами они летят к нам. Мы пришли к ним за помощью. Те, кого ты защищаешь, наживаются на несчастье Десы. Я никого не защищаю. Олег, возьми себя в руки. И это надо пережить. Астра, ответьте центральный. Астра, ответьте центральный. Жду, Ямада. Олег, мы послали спасателей. Спасибо. Следуйте своим курсам. Понял. Прощайте. Степан, вези меня обратно. Это зрелище и эта дискуссия меня расстроили. Мия, ты видела, какое преступное легкомыслие? Там жили люди. Курс прежний. Планета Океан. Степан, открывай двери, включай музыку, разливай напиток. Жвачки только женщинам. Жвачек почти не осталось. Их украл кот Василий. Давайте прощаться. Я хорошо прокатился. Мне понравились земля и земляне. Чокнемся. Я прошу выполнить мою последнюю просьбу гостя. Пусть Ния проводит меня до самого океана. Моим коллегам будет приятно увидеть, как меня провожают представители с разных планет. Хорошо. Я выполню вашу просьбу и провожу вас. Степан, задраивай меня. Ваши коллеги уже собрались. Вас встречают. Что же вы медлите, друзья? Скорее, скорее. Не забудьте подарки. Прощайте! Всего вам хорошего! Прощайте. Прости, я оторву тебя от твоих мыслей. Ты возвращаешься на Одессу, к себе домой. Но тебя там никто не ждет. На всей планете у тебя один друг. Кто? Я. Я был другом твоего отца. Я помню. Ты же сказала, что все забыла. Иногда я вспоминаю. Я помню, как вы провожали нас. Да, я помог вам бежать. Это было почти невозможно. Вас хотели отнять и убить. Пускай вас сейчас считают монстрами, посланцами смерти. Это не так. Вы посланцы жизни. Вы люди будущего.
Мы сейчас бежим. Но мы еще вернемся сюда. Нас будет много. И мы очистим наш мир от скверны. Верьте мне. Все в порядке. Корабль ждет вас. Но Секиторки знает, что я дочь Глана. Он обещал молчать. Надя, ты не брала образцы с Гаи? Зачем? Ания. И ей незачем, а что? Действительно незачем. Но зачем же им было идти на такой риск? Кому-то важно, чтобы тайна взрыва осталась нераскрытой. Ты прав. Но пусть это пока между нами. Готовься к работе. Выходим на орбиту. Полная деградация почвенного покрова. Они оставили экваториальные области. Такое впечатление, что все население скопилось в одном месте. Удивительно, чем они живут. Зонды готовы. Эдик, вы уже опоздали на 19 секунд. На 20. Почему? Первый зонд пошел. Второй зонд пошел. Энергетический баланс нарушен полностью. Ой. Ясно, необратимо. Посчитай по Меркулову, насколько выработаны минеральные ресурсы. Степан, попробуй сделать это. По Меркулову? Угу. Угу. Генофонд погибает, озоновый слой тоже. Разогрев атмосферы такой, что скоро они станут селиться на полюсах. 94,7 по Меркулову. Молодец, Степан. Простите, а как же Астра будет нас спасать? Одна. Мы не всесильны. Поставим диагноз. Определим методы очистки. Дальше дело общее. Наше с вами. А какие методы? Смотря по обстановке. Энергетический, биологический, биохимический. Угу. Вы нам рассказали о планете слишком мало? Сейчас идет полный анализ. Очень интересно. Я бывший химик, работал на химическом заводе около года, но сбежал. Это верная смерть. К сожалению, у меня не было богатого отца. Я сам пробивал себе дорогу в жизни, в отличие от Сикеракана и его друзей. А у них было все, еще до их рождения. И место с чистым воздухом, и пища чистая. Но мне показалось, что именно вы высказывали сомнения по поводу нашего прилета. Я трезвый человек. Извините, мы должны провести небольшое совещание. Разумеется, разумеется. Простите, если помешал. Друзья, через час мы спускаемся на планету. Мы должны быть готовы ко всяким неожиданностям. Выходит группа под руководством профессора Климова. Состав группы: профессор Иванова, штурман Кулатун и курсант Лебедев. Есть, капитан. Ания. Нии пока лучше остаться на борту. Это невозможно. Да. Это невозможно. Ну, в таком случае она в вашем распоряжении. Еще вопросы. Какое оружие? Мы прибыли сюда по приглашению. Я советую никакого оружия с собой не брать. Хм. А вдруг ситуация? Эдик, старайтесь не создавать ситуации, где вам пришлось защищаться. В крайнем случае, используйте ваши внутренние возможности. Виктор, это не моя ручка? Внимание! Есть посадка. Красота. И это тоже.
Это все от больного воздуха. Надень шлем, не привлекай внимания. Это помещение герметизировано. Ну и маскарад. То там, теперь здесь. Это не маскарад. Без противогаза не выйдешь на улицу. А маски? Им есть что прятать. Наша несчастная планета приветствует вас. Мы хотим надеяться на спасение. Народ и правительство с вами. Сотрясение планеты у нас каждый день. Оседает почва от выработанных недр. Но здесь все прочно. Наши специалисты в полном вашем распоряжении. Научный руководитель Ли. Работайте, и да поможет вам разум. Звери, мутанты. Мы не знаем, какие они. Мы их никогда не видели. Страшные места. Если сюда приходят люди, они не возвращаются назад. А это что за здание? Раньше здесь был институт Глана. Там можно побывать? Там нет. Там почти ничего не сохранилось. Там теперь Туранчокс. Кто? А вы о нем ничего не слышали? Нет. Спасибо Сике Туранчоксу, что мы пока еще дышим. По-моему, вы его недолюбливаете, коллега. Разве можно любить человека, который торгует жизнью? Противогазы Туранчокс, детские маски Туранчокс, свежий воздух Туранчокс. Разве можно любить человека, которому выгодно? Выгодно, чтобы моему ребенку было нечем дышать. Но теперь в правительстве Ракан? Правительство не всесильно. Вон, дымят трубы завода Туранчокса. А Торки? Торки человек Туранчокса. Они третий день ездят на своем вездеходе. Всюду суют свой нос. Берут пробы. Смотрят. Знаю. В твоем отчете, мой миленький, много пробелов. Я был на виду, но я старался. Знаю, мой драгоценный, перестарался. Зачем ты украл образцы с Гаи и навлек на себя подозрения? Я не хотел, чтобы они догадались о причинах гибели Глана. А ты знаешь их? Догадываюсь, Сики Туранчокс. Ты смеешь говорить об этом вслух? Да, мне урок не окружать себя преданными дураками.
Времена меняются, и сейчас они мне нужны были бы живыми. Так одна осталась жива. Знаю. И приму меры. А ты тоже не ленись, мой мальчик. Не для того я вытащил тебя из грязи. Если им удастся задуманное, нам придется разводить травку и цветочки. Ты умеешь разводить цветочки? Ты умеешь получать от меня деньги, а я умею эти деньги зарабатывать, потому что забочусь о людях, потому что помогаю людям дышать и не хочу, чтобы мне мешали. Земляне суют нос в опасные места. Недовольство землянами должно исходить от народа. Недовольство народа я возьму на себя. Доволен. Завтра у вас с Климовым трудный день. Здесь жизни нет. Будьте вы прокляты, до чего довели планету. Мне кажется, ты разочарована, Десса. Да, но я одна. Что изменилось, если бы вас было 10, 20, 100? Изменилось. Что бы вы сделали? Осторожно. Мы бы создали свою планету. Как же? Мы бы разрушили все эти заводы. Мы бы собрали всех детей, которые еще здоровы, и воспитывали их отдельно. Взрослые бы не согласились. Мы бы не стали их спрашивать. Во всем виноваты они. Они бы сопротивлялись. А мы заставили бы их силой. Нас было бы все больше, и это стал бы счастливый и свободный мир. Это был бы жестокий мир, в нем лилась бы кровь. Пускай, но ради великой цели. Милая девочка, эту формулу уже когда-то придумали иезуиты. Цель оправдывает средства. Она очень удобна для палачей. Ни я, ни мой отец никогда не были палачами, Виктор. Твой отец был наивен, создавая вас, тем самым надеясь спасти Дессу. Боюсь, что он сам стал жертвой палачей, которые заранее запланировали взрыв вашей Гаи. У нас другого выбора нет, кроме как вернуться. Запасы топлива и пищи на исходе. Друзья молчат. Отец, ты всегда верил в друзей? Да, а теперь не верю. Аракан? Преуспевающие друзья бывают даже опасны. Странно, что до сих пор нас не уничтожили. А ты почему в скафандре? Ты просил исправить внешнюю антенну. Может, она неисправна? Поэтому нет сигнала вернуться. А, да-да, иди. А я послежу за тобой. Итак, завтра начинаем локальную осенизацию. Климов, пожалуйста. Ну что, начало операции 10.00. Точка приложения 12 километров к югу-юго-востоку от космопорта. Наблюдатели располагаются в укрытии. Блин, даже готов? Да. Виктор, мы готовы. Можно начинать. Есть реакция, добавь энергии. Успокойся, Виктор. Для первого цикла энергия предельная.
Откуда это? Все это скопилось там. А мы конденсируем это плазменными разрядами. Это ужасно. Не бойся. Их цель устрашить и удивить нас. Может, у них ничего не получится? Не надо недооценивать врага, мой миленький. Я верю в их силу, а сегодня могут поверить тысячи других. Для того они и затеяли эту демонстрацию. Есть очистка. Есть очистка. Понимаете, есть очистка. Виктор, ты на работе. Да, я на работе. Я на работе. Я на работе. На работе. На работе. У меня хорошая работа. Хорошая. Что он делает? Это же кислота. Это дождь. Это самый настоящий дождь. Это самый настоящий дождь. Дышать все-таки трудно. Ничего. Мы посадим листа. Мы разведем здесь листа. Мы разведем много лист. Дышать будет хорошо. Эх! Кто ты? Я с тобой. Я одна. Неправда? Я одна. Меня сделали, а оказывается, ни к чему. Я думала, что я нужна кому-то. Что у меня есть цель. А где она? Такая же, как и у меня. Она у нас с тобой общая. Понимаешь? Общая. Дождь кончился. Пойдите, посмотрите, каким должно быть небо. А это не вредно? Куда вреднее жить под землей? Вы как боги из нашей мечты о будущем. Случайное совпадение? Называйте это совпадением. Но многие из нас так и не увидели такого света. А я вот только теперь понял величие разума. Теперь этот путь доступен и вам. Может быть. У них все получилось. Теперь должно получиться у нас. И учти, голубое небо очень вредно для глаз. Олег, Олег, 6 минут 18 секунд. Вполне удовлетворительный результат для первого раза. Я рад. Вот и все. Как жаль. Сегодня мы вам только показали, как это будет. Нет. Страшно. Одиноко. Я как будто... разделено. Тебе плохо? Плохо. Что? Я скажу. Скажу потом. Не. Земляне пришли, чтобы отравить нас и захватить нашу планету. Вы видите, они уже начали. Это наш последний источник. У нас не будет воды. Мы погибнем от жажды. И захватить нашу планету. Степан, вы видите, они я у источника на площади. Я... Погоди, скажи Виктору,
что в источнике какая-то бурная реакция. Один человек кричит, что виновата земля, не пугает людей. Одни не уезжайте. Есть, передаю Виктору. Я остаюсь для наблюдения. У нас не будет воды. Мы погибнем от жажды. Вот она! Это она виновата! Это она во всем виновата! Они убивают нас! Они отравляют нас! Это она во всем виновата! Они убивают! Они отравляют нас! Это она во всем виновата! Хорошо. Хорошо. Петр, стреляй в нее. В эту. В эту. Еще. 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 Что они с тобой сделали? Ничего им со мной не сделать, Степа. Тебя хотели убить. Не в этом дело. Они недостойны. Чтоб ради них. Это, конечно, ужасно. То, что произошло. Но, дорогая моя девочка, они не виноваты. Они больны, они спят, у них спит разум. Мы должны разбудить их мозг. Вылечить его. Мы должны помочь им, а не презирать. Ты должна помочь им. Ты должна помочь им. Ого! Какая странная и редкая реакция. Эвакуол. Нам сказали, что вода погибла. Она отравлена. Да. Но кто это мог сделать, Ли? Даже когда гибнет планета, они борются за власть. Они согласны сделать все. И мы бессильны. Мы погибли. Сегодня же я возьму с Астры реактивы, и к ночи вода будет чистой. Ты жива. Ты не ранена. Меня трудно убить. Какое счастье. Ни в коем случае нельзя выходить без охраны. Чем ближе наша цель, тем сильнее сопротивление врагов. Простите, Секиракан. На Десе остался узел управления детьми Глана. Он остался. Но его никто не найдет. Он уничтожен. Меня зовут. Зовут? Тебя зовут? Тише. Конечно, конечно. Это ужасно. Если он добрался до секретной лаборатории, он найдет и биомассу. Что? Когда? Твой отец улетал, он показал мне секретную лабораторию. Там пульт управления и биомасса. Какая биомасса? Клеточный материал, из которого Глан хотел создавать совершенных людей. Он очень беспокоился, но ведь я же никому не говорил, поверь мне, никому. Я должна уничтожить узел управления. Как? В институте сейчас компания «Свежий воздух», а лаборатория глубоко. Я найду ее. Ния, ты должна немедленно вернуться на корабль и заняться пробами воды. Зачем? Тебе опасно здесь оставаться. Это разумно. Все сделаю я.
Фики Туранчокс, вас просит о встрече Фики Ракан. Ну что ж, я ждал этого визита. Он пришел просить мира. Зачем? У него власть? Настоящая власть у меня. Власть не должна быть явной. Иди, мой дорогой. И не подслушивай. Договорились? Приветствую тебя, Туранчокс. Я пришел один. Похвально, мой друг. Я пришел к тебе с просьбой. Рад помочь тебе, садись. Я прошу тебя не мешать землянам. Как смело ты заговорил, мой старый друг. Ты думаешь, земляне тебя защитят? Сейчас решается судьба всей планеты. Я готов отдать жизнь ради Дессы. Допустим. Не мучай Нию. А, ты узнал, что я нашел узел управления. Забудь о том, что он есть. Оставь Нию в покое. Ах ты, совесть старого человека. Ты потерял своего лучшего друга Глана. Ты потеряешь и Нию, ты жертва собственного тщеславия. Глан брал твои клетки, когда выращивал своих ублюдков. Я был уверен, что верну Глана, как только мы придем к власти. Вы пришли, и Глан мог вернуться, однако ты боялся повредить своей карьере. Я думал о Десе. Ты даже не помешал мне, когда я покупал это здание института Глана. Я не буду тебя попрекать, я мирный человек, но ты со своими землянами прижал меня к стене. И я должен вас уничтожить, потому что у меня тоже есть долг! Долг перед Дессой, перед ревнителями! А вы ревнители смерти! Вы ревнители вырождения! Да, совесть моя нечиста, но я делаю все ради спасения Дессы! В этом я остаюсь другом и учеником Глана! Ты погубил его! А я спасу его мечту! У тебя ничего не выйдет! Выйдет, Туранчок, выйдет! Наша планета — наш дом, и мы не можем из него уйти. Мы утешали себя тем, что природа мудрая, что она сама найдет пути к спасению. Сегодня еще шумят наши леса, и смеются наши дети. Сегодня еще богаты наши недра, и поют птицы на наш век. Хватит, говорили мы, а вот не хватило. Нет рек, нет зверей, исчерпаны наши недра. Нет воздуха, каждый второй ребенок рождается уродом, и мы прикрываем лица благополучными масками. Мы уничтожили себя проклятыми войнами. Все мы убийцы Десы, но вы вдвойне, потому что сами дышите чистым воздухом, а продаете его остальным свое благополучие. Вы наживаете за чужой счет. Врешь! Ты меня никогда не видел? Ты слабый человек, Ракан. Ты хочешь увидеть узел управления? Ты его увидишь. Сейчас ты увидишь, кого слушается твоя дочка. Ния, ты слышишь меня? Ты слышишь, Ния? Ты опоздал, Туранчокс. Не понял. Земляне знают о тебе и спрятали Нию на Астре. Проклятие! Опоздал. Ния, ты слышишь меня? Слышу. Ния, ты где? Я иду к тебе. Я ищу тебя. Я жду тебя в твоем родном доме. Я иду. Часа хватит, как ты думаешь, мой старый друг? Что ты задумал? Я намерен взорвать Астру. Ты маньяк!
Я нормальнее всех вас и умнее. Я умен. Если Астра погибнет, все встанет на свои места. А поможет мне в этом твоя дочь. Она доставит это на Астру. Меня. Нет, нет, Ния. Я не позволю Ния, тебе! Ния! Ния, остановись! Ния! Ния! Ния, иди ко мне! Остановись! Ния! Остановись! Ты боишься щекотки? Ты боишься щекотки? Ты боишься щекотки? Убери! Убери его! Убери! Ты боишься щекотки? Отыскал? Долг службы. Встань, Ракан. Я помогу тебе убить Туранчокса. Вспомни ту дверь. Дай руку. Я боюсь оставлять запасы живой массы. Она так опасна? Послушно мне. И в этом тоже мои клетки? Нет, это другой принцип. Когда мы победим, я буду строить из нее новых людей. Людей нужно создавать сразу, вкладывая вот в эту массу мозг. Пока это строительный материал. Сейчас она спит, а может поглощать всю органику. Пока в ней нет мозга, она ненасытна. Исчезла. А Бармалей? Его тоже нет. Ния, где ты? Ния, где ты? Отзовись, Ния. Это очень плохо. Вы даже не можете себе представить, как это плохо. С ней Бармалей. Что может сделать этот старик? Бармалей, Бармалей. Климов на связи, ты где? Я следую за Нией. Координаты 34-2. Молодец, старина. Я побежал. Это институт главы. Не суетись. Я с ним. Я подожду Колотуна с вездеходом. Возьми мою пробу воды. На. Иди за мной, дурачок, сух. Иди. Я жду тебя. Ты правильно идешь. Ты умница. Торпи, следи за ней. Ни шагу в сторону. Всех дураков убрать с дороги. Нам туда. Ощущаю агрессивную среду. И за мной! Кто это? Стой!
Здравствуй, моя девочка, я ждал тебя. Кто вы? Я твой бог. Ты можешь пойти на Астру? Да. Отлично. Вот так, моя драгоценная, вот так. Ты войдешь в Астру и взорвешь ее. Через полчаса ты должна быть там. Иди. Не, ты правильно идешь. Иди на Астру. Иди на Астру. Иди на Астру. Она прошла. Следи за ней. Ты отвечаешь головой. Что случилось? Идиот! Иди за ней! Вызываю Климова, вызываю Климова. Не могу поглотить всю агрессивную среду. Опасность для всей планеты. Ния! А где Бармалей? Скорее. Что-то неладно. Ее встретят Надежда и Эдик. Сейчас прилетит Астра. Тебе нельзя здесь больше быть. Это страшное место. Они убьют тебя. Идем со мной. Нельзя. Мне нельзя. Иди на Астру. Возьми себя в руки. Ты же человек, а не робот. Как ты не понимаешь? Идем со мной. Я не должна лететь. Я не должна лететь. Иди на Астру. Что это? Это смерть. Мина обнаружена. Что делать? Убей. Помощь!
Виктор, Надежда убита. Климов, Климов, что у вас происходит? Доложить обстановку. Климов! Капитан, нужна помощь Астры. В институте Глана вырвалась мгновенно размножающаяся биомасса. Она пожирает всю органику. Она только что прорвала входы и вырвалась наружу. Это гибельно для всей планеты. Что делать, не знаем. Тревога. Корабль к спуску. Приготовить все излучатели. Иду к вам. Thank you.